Дамы и господа, дорогие коллеги, добрый день. Спасибо за приглашение. Я рад снова после кофе-брейка оказаться здесь на сессии. Уважаемая Роза, большое спасибо за... И, уважаемая Дармини Мансур, спасибо за приглашение, за возможность принять участие и представить свой доклад в качестве основного докладчика. И я буду говорить о стандартах подготовки учителей и педобразования в Германии, а в истории и о том, что происходит сейчас, за последние 15 лет, как стандарты образования меняются. Я объясню, что происходит, объясню ситуацию в прошлом и в настоящем. Я расскажу о том, что происходит в моем университете. Я поясню о те модели, которые мы разрабатываем. Как уже говорила Роза Алексеевна, когда мы разрабатывали совместные стандарты, модели, и пришли к сотрудничеству в ноябре, и я сравню, что происходит в наших университетах. И я расскажу об образовательной системе в подготовке учителей в Германии, о том, что происходит в области законодательства после принятия вхождения в Болонский соглашение. Я расскажу о стандартах, о институционной ситуации в Дрездене, как и приведу это в качестве примера, и расскажу о перспективах. Они также дадут нам понимание того, что происходит в Германии и что происходит в России и в других странах. Поскольку эта ситуация, сложившаяся в Германии, некоторым образом определяет и подтверждает ситуацию в образовательной среде во всех странах. Начиная с 90-х годов в Германии, мы стали одной страной. До этого момента, до 1990 года, мы были две отдельные Германии. Теперь мы стали одним народом, и мы объединились. Но мы живем в нескольких штатах, так называемых. Мы их называем землями. Это федеральные земли. Мы живем в федеральных штатах или землях, на федеральных землях. И Федеральная Республика Германия имеет только одну статью в законе, касающуюся школ. Мы не имеем законов, касающихся подготовки школьных учителей. И поэтому для преподавания и подготовки учителей это прописано в федеральном законе. И у нас нет основного закона, прописывающего нормы преподавания. Мы отличаемся структурно в Германии, и это структура университетов, школ. Мы имеем профессиональное образование, дополнительное образование, и наше правительство и в наши федеральные штаты, наши федеральные земли осуществляют эту статью в подготовке преподавателей, соответственно, структуре школьного образования. С 1948-го необходимо было организовывать подготовку учителей для работы в школе, но это было не просто, потому что у нас не было централизованного государства. Мы были федеративными республиками, и это была конференция министров образования на федеральных республиках Германии. И эта конференция послужила началом
установление стандартов для преподавания и подготовки учителей и развитие компетенции учителей. Стать учителем в Германии до Болонского соглашения, для этого необходимо было пройти три этапа. Чтобы стать учителем, нужно было выучиться в университете. После первой стадии нужно было сдать экзамен для того, чтобы попасть на второй уровень образования и подготовки. И третий экзамен позволял уже работать учителем в Германии. То есть каждый должен был пройти три фазы, три стадии до Болонского процесса. И до сих пор мы следуем этому стандарту в Германии. Три этапа, которые необходимо пройти для того, чтобы получить квалификацию преподавателя и начать работать. После принятия Болонского соглашения у нас появились двойственные ситуации. У нас появилась точно так же бакалаврская степень и магистерская степень. И после этого точно так же нужно было пройти первый этап экзаменовки. И мы здесь несколько... Мы не могли обойтись уже без магистерской степени, и таким образом мы пришли к Болонской системе, и это пример Саксонии. У нас различные системы подготовки учителей для начальной школы в Германии, для средней школы и для специального профессионального образования. И вы видите отправные точки. Это 8 семестров для начальной школы, и 9 семестров для средней школы. И 10 семестров для подготовки в работу в гимназии. Ситуация после принятия Болонского соглашения складывается следующим образом в Германии. Мы уже говорили об области образования, высшего образования в Европе сегодня утром, и мы в Германии точно так же пытаемся понять, что мы должны сделать в изменении подготовки учителей, что мы должны делать, каким результатам мы приходим. Как мы должны оценивать студентов по соглашению в ПИЗе. И мы занимаем достаточно высокие позиции в оценивании. И шок, пизанский шок в Германии, мы до сих пор его помним. Это было, когда мы занимали 21-е место в рейтинге. Это было для нас настоящим шоком. У нас различные мнения по поводу того, что происходит в системе образования с 2000 года, и мы приняли так называемые КМК решения в 2004 году для стандартизации подготовки учителей. Стандарты подготовки учителей должны охватывать общую ситуацию, общую для различных немецких республик, и у нас различные уровни подготовки учителей в разных землях Германии. Мы проводим экзамены до того, как пришли к Болонскому соглашению, и после принятия мы требуем степень магистра для сдачи третьего уровня экзамена. Экзамен третьего уровня. И стандарты для подготовки учителей. Мы пришли к этим стандартам не сразу, но общая организация подготовки учителей в ходе обсуждения Болонского соглашения
о подготовке учителей и модели в Германии пришли к единому мнению. Я объясню стандарты и различия в различных областях Германии. И сначала мы установили государственные стандарты для школ. Образовательные стандарты КМК 2003 года, и они должны быть предметно-направленными для школ, сосредоточенными на интересах школы, решать проблемы, которые возникают в школе. Это, опять-таки, отражение того, что было принято в ПИЗе, и это проводились обсуждения КМК-стандарта в Германии. Но несколько лет назад у нас возникла масса проблем, связанных со стандартами образования. И один из моих коллег в Швейцарии сказал, что международные образовательные стандарты приводят к ограниченности практического их осуществления. Мы сосредоточены на задачах, оценивании уровня преподавания, когда мы просто-напросто зазубриваем знания. И это когда возникает так называемая образовательная булимия, когда детей тошнит от обучения, они не хотят ничего воспринимать. И только тесты могут проверить, которые соответствуют стандартам, могут проверить качество усвоения материала и знаний. И возникает вопрос, что делать со стандартами в подготовке учителей и что происходит в этой области. Сначала у нас были стандарты для школ, а потом мы разработали стандарты для подготовки учителей, начиная с 2004 года. И эти стандарты вывели нас на четыре области компетентности. Эти четыре навыка или компетенции займут много времени, поэтому я не буду подробно на этом останавливаться. Но у нас есть КМК-стандарты, они организованы на повседневной, каждодневной практике. Мы должны привносить новые знания в области образования и подготовки учителей. Мы должны оценивать эмпирические результаты, смотреть на конкретные результаты, что происходит в классных комнатах. Мы должны также предусматривать изменения в процессе подготовки учителей. И также стандарты приводят нас к двум фазам установления стандартов. Это стандарты первой фазы подготовки учителей и второй фазы подготовки. И третья фаза. На третьем этапе у нас нет стандартов подготовки учителей. Это только упоминание в стандартах об этом. И поэтому я расскажу о первой фазе и о том, что происходит на первом уровне подготовки. Это образовательные стандарты. У нас есть области навыков. Это преподавание, это развитие, оценивание и инновации. И это всего лишь навсего первые предложения или заголовки, краткие заголовки. Это то, что подразумевает, что учителя являются экспертами в преподавании и обучении, что учителя всегда задумываются о своей роли как учителя в развитии детей, и часто учителя должны оставаться объективными, и всегда нужно понимать, что образование стоит на первом
вместе, и учителя развивают свои навыки, в том числе для того, чтобы у них появлялись новые возможности. Приведу пример Дрездена и что происходит в последнее время, в последние годы, в последние 10 лет в Дрездене. Дрезден — это часть Германии, столица Саксонии. И в университете есть профессора, которые обучают 36 тысяч студентов, и это 4 с лишним тысячи сотрудников, работающих в университете. Из 36 тысяч студентов, 10% наших студентов задействованы в подготовке учителей, в программах по подготовке учителей. Это достаточно большое число студентов. И новые тенденции, старые тенденции, и конфликты, которые возникают между ними, согласно тем стандартам, которые выработаны в нашей стране, по стандарту КМК, федеральные государства должны организовывать и учреждать стандарты подготовки в университетах. И до 8, существует почти 90 университетов в Германии, которые готовят учителей. Это различные организации, и в Дрездене у нас есть школы или отделения, различные школы и факультеты, на которых мы проводим подготовку. Это повсеместно в Германии. И мы видим, что многие факультеты вовлечены в подготовку учителей, и государство устанавливает стандарты, и проблема заключается в следующем: понять, что происходит со студентами на занятиях. Можно ли вывести эту ситуацию и применять стандарты на занятиях? У нас много факультетов, различные системы подготовки учителей для школ, и существует проблема, кто должен организовать стандарты и как учредить стандарты для того, чтобы они были едины для всех факультетов, всех отделений, для всех занятий. И, как пример, для начальной школы, для учителей начальной школы в Дрездене. Я объясню. У нас в университете есть программа, такая, как и в школах. Программа для подготовки учителей начальной школы, средней школы, программа для подготовки учителей в гимназии. И мы стремимся организовать в новой ситуации определенный стандарт. Это рабочая программа. Да, здесь нужны очки. Я хочу показать, что первый семестр, второй, третий семестр и так далее, и это представляет собой некоторый план, такой же, как в школе. И здесь не существует свободы для студентов. Чтобы они могли свободно посещать занятия в каждом семестре. Они не могут выбирать,
Они не могут выбирать, что им посещать на основании этой программы. И я думаю, что необходимо организовать центры подготовки учителей, организовать новые образовательные процессы, внедрить стандартизацию. И в Германии есть центры для подготовки учителей. Возможно, они появятся через 10 лет, и центры исследования. И они будут как раз разрабатывать стандартизацию для подготовки учителей, будут сталкиваться с проблемами, которые они будут решать. И например, используя модель, которая существует в Дрездене, и они будут разрабатывать структуру на левой стороне и для оказания услуг и для исследования на правой стороне слайда. What's going on? This is our decision. Вот это результаты нашей разработки, которую мы делали в ноябре. И государство представляет нам стандарты для подготовки учителей, по подготовке учителей. И это может быть осуществлено на основании КМК, стандарта, который внедряет этот стандарт. Это разработанная целевая программа. И у нас присутствуют центры в университетах, и они дальше распространяют свои программы в школах на занятиях и осуществляют теорию на практике. И я должен объяснить, это процесс так называемый сверху вниз, по которому мы организуем стандарты по подготовке учителей, начиная от законодательства, государственного законодательства, и также здесь присутствует масса сложностей в осуществлении этого процесса. Эта ситуация похожа на то, что происходит везде в Германии. И если мы посмотрим на процесс снизу вверх, то тогда ситуация полностью поменяется, поскольку государство выделяет финансовые средства или гранты, и с последнего года повысилось качество подготовки учителей. И это новые возможности разработки новых стандартов, и деньги поступают от государства, от правительства в Германии, а не от федеральных республик. И эти гранты достигают 500 миллионов евро до 2023 года рассчитано, и финансирование заявок осуществляется в университетах, и у нас заявлено 49 проектов в университетах, по которым можно будет организовать новую структуру подготовки учителей. И таким образом мы приходим к оцениванию качества образования в области подготовки учителей. И большие средства, 5,5 миллионов евро затрачены на эти проекты. Это наши цели в системе университета. В системе университета. Я цели правительства и осуществления Болонского процесса в подготовке учителей
наблюдает несоответствие подготовки учителей в различных федеральных областях. И мы разрабатываем центры подготовки учителей для школ и образования и на межуниверситетском уровне. И университеты развивают эмпирические исследования. Я объясню, в чем суть этого процесса. Сначала, 15 лет назад, мы приняли Болоньское соглашение и соглашение в Пизе, и нам необходимо выработать стандарты для подготовки учителей. Но это не имело большого выхода, и у нас были различные программы в различных республиках, и у нас 19 университетов приняли программу подготовки учителей. И сейчас я думаю, что суть, если мы посмотрим на схему снизу вверх, университеты получают деньги, и если мы сравним ситуацию в различных университетах и обсуждения по поводу процесса подготовки учителей и проекты, в которых они принимают участие, это будет касаться в первую очередь подготовки учителей в целом. И мы обсуждали эти вопросы. И когда мы говорим о ситуации в Казани, возможно, и обсудим эту ситуацию с коллегами в других странах, мы можем увидеть, где мы находимся в данный момент, на какой ситуации, на макроуровне или на микроуровне. Мы можем представить какие-то новые идеи, поделиться своими соображениями. И я надеюсь, что ситуация в Германии каким-то образом вас впечатляет, и, возможно, таким же образом можно будет осуществлять подготовку учителей в Татарстане. Соответственно, стандартам подготовки учителей в европейских странах. Большое спасибо.